A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas três Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Я приветствую всех миром Господа Иисуса. Мы начинаем воскресную библейскую школу Христианской Церкви Маранафа. Я хочу особенным образом поприветствовать тех, кто в первый раз к нам подключился, кому прислали недавно линк на наше богослужение на YouTube и начал участвовать вместе с нами. Большая радость иметь вас с нами на этом богослужении, в вашем виртуальном участии вместе с нами, для того, чтобы прославлять Господа вместе и слушать Слово Божие, доктрину библейскую, которая ведет нас в вечность. И мы с вами начнем это богослужение, и сейчас мы помолимся, взывая Богу, призывая Его. Вы, кто только присоединяетесь к нам, может быть, только сегодня вы здесь первый раз, если вы желаете в этом жесте смирения, вы можете склониться вместе с нами. Просто закройте очи ваши, а мы склонимся на колени пред Богом. Господь, мы взываем о силе крови Иисуса, предстоя пред Тобою, чтобы просить, чтобы Твоей бесконечной милостью, Твоей величайшей любовью и действием крови Иисуса Христа, Духа Твоего Святого в наших жизнях, чтобы грехи наши были прощены и омыты, чтобы мы имели доступ к присутствию Твоего. Благослови нас, прикоснись к нам, действуй в доме каждого из нас, кто участвует в этом служении. Мы молимся Тебе во имя Господа Иисуса. Аминь. Присаживайтесь, возлюбленные. Мы прославим Господа и будем поклоняться Ему псалмом, и слова будут спроектированы. И после этого псалма пастор Жидоути начнет воскресную библейскую школу. Отче, я взываю к Тебе, моля о прощении, о помощи, ибо я хочу слышать Тебя. Отче, научи мне меня поклоняться и прославлять имя Твое. Я хочу любить Тебя. Отче, я хочу служить Тебе. Дай мне благодать Твою. И это все, что мне нужно. Это все, что мне нужно. Bem, irmãos.
Возлюбленные, мы приветствуем вас миром Господа Иисуса. Мы на еще одной воскресной библейской школе в это воскресенье радостны столькими победами, которые Господь даровал нам, а также вспоминая тех братьев и сестер, которые в скорби находятся, в муках из-за потери близких своих. И на этой неделе еще трое человек отошли к Господу. Это расстроило нас весьма, опечалило нас. Но мы переживаем на мировом уровне такие трудности, и слуги Господни, они должны быть готовы к таким моментам. Хотя по-человечески никто не готов терять близких и дорогих им людей. И желание наше, чтобы Дух Святой мог действовать, трася исцеление от вот этой скорби, от боли, от потери, да. И хочу сказать, мы молимся, чтобы Бог дал исцеление, освобождение, утешение, чтобы вы чувствовали себя в безопасности в Господе, в уверенности, что те, кто отошли, они отошли в вечность к Господу. Помня, что встреча, она намного ближе, чем кто-то думает. И встреча, когда вся церковь будет восхищена, и так мы будем вместе праздновать великий пир, который ожидает нас. Это брак Агнца. Сегодня у нас отчет здесь, у нас есть число заразившихся людей этим ковидом-19 в Бразилии 483 человека, 218 мужчин и 265 женщин. У нас группа молодежи из них, да? 45 человек, грудных детей 6, детей с 3 до 7 6, средней группы 2 и подростки 9. Есть уже братья и сестры, которые исцелились, 158 человек. Я думаю, что число уже большее, но, может быть, мы не получили количество. Здесь у нас есть хорошие новости в Вилавеле, даже некоторые пары уже исцелились, уже родственники посетили их, и слава Богу за это исцеление, за эту свободу. Еще 303 человека в лечении находятся. И в общей сложности 22 человека, которые умерли. Самые большие числа здесь в штате Спириту-Сан. 155 человек. На втором месте Рио-де-Жанейро. На втором месте. В Пернамбуку, в штате 32, в Сан-Паулу 26 человек, и остальные числа меньше, их не обязательно упоминать. В отношении того, что за рубежом, мы благодарим и славим Господа и Бога за ситуацию за рубежом. В наших церквях никто не умер. У нас 41 человек вылечился, уже 12 человек болеют, и 53 в общей сложности, которые заболели этим вирусом. Возвращаясь здесь к остальным
информациям на первом месте. Мы хотели бы видеть участие братьев и сестер в Бразилии и за рубежом в воскресно-библейской школе. Мы хотим сказать, что это удивительно для нас, чтобы вы просто имели представление. В разных странах, 11 стран в этот раз прислали, в прошлый раз тоже, свои разработки, свое участие в отношении воскресной еврейской школы. Япония, Соединенные Штаты, Португалия, Голландия, Бельгия, Италия, Испания. Даже из Африки, Ангола, из Южной Америки, Перу. Аргентина и Центральная Америка, Панама. Здесь у нас вот такая группа. Мы благодарим Бога за их участие, за их сотрудничество, такое хорошее, такое полное. Это важно сказать, что, возможно, уже на следующей части пастор Жилсон будет информировать и делиться некоторыми свидетельствами, даже свидетельствами из-за рубежа. Да, вот, может быть, Америка, может, Португалия. Он, наверное, отобрал людей, которые будут участвовать, и это было приятно нам весьма. Теперь в отношении друзей моих, малых моих, посмотрите, здесь кучу фотографий они присылают. Видите, как они там показывают на птичку, которую они нашли. Им больше даже интересен был попугайчик, чем я. Но это друзья мои, я знаю, что они молятся за меня. Посмотрите, такие сладкие детки здесь и участвуют в программе они. Вот он, вот здесь он, парнишка указывает здесь тоже, видите, подростки здесь такие вот. Но что я хотел поделиться с вами, это об Исааке. Исаак, я задал вопрос о тебе, я спросил людей, друзей твоих, что ты оделся в форму такую и хорошо выглядел так. И я задал вопрос, на кого ты хотел быть похожим? Я не получил ответы. Получили ответы, да? Много ответов пришло. Наверное, на Инстаграме, но я хотел сказать. Ну, знаешь, на кого ты хотел быть похожим? Вот на этого, знаешь? Это пастор Жозиес. Он каждый день на телевидении. Ты его хотел имитировать, наверное? Наверное, все поняли, что это он, да? Пастор Жозиес, да? Все поняли? Или другой пастор? Вот ты хотел имитировать. Мы потом поговорим. Но сегодня, Исаак, есть задача для тебя и для детей. Воскресной библейской школы. Вам не уходите никуда. Это благословение, которое Бог приготовил для вас. Вам очень понравится. Занятие сегодня для вас будет чудесным. Без 15-11 часов войдет ваша программа. Да, вы пока можете вокруг здесь находиться, но за 15 минут до окончания нашей программы, без 15-11, начинается часть для вас, для детей, для подростков. А ты уже почти парнишка, почти пастор, и так ты послушаешься, ты будешь вовремя. Итак, возвращаясь к вопросу нашей воскресной библейской школы, я хотел задать вопрос группе, которая представляет на телевидении пастор Даниэль Морейра и Сержу Соза. Они задали мне вопрос. Посмотрите на вопрос. Читая в Евангелии Иоанна, 3 главе, стиха из 5 по 7, 3 глава с 5 по 7 стих, они объясняют разницу между 4 и 5 мерой.
или измерениями. Давайте сначала зачитаем стихи, которые были упомянуты здесь в вопросе. Иоанн, 3 глава, с 5 по 7 стих. Давайте зачитаем. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Родиться свыше, возлюбленный. Ответ, который у нас есть, да, в отношении 4 и 5 измерения, он следующий. Во-первых, нам нужно понять, что существует два начала, два принципа, которые управляют жизнью человека. Один принцип в деле творения, и второй принцип, он в деле искупления. Дело творения – это та, которая уже описана, да, в книге Бытия. Вначале сотворил Бог небо и землю, да? Итак, это дело творения. В деле творения существует принцип, да? Этот принцип в Ветхом Завете, он на иврите, да? Ветхий Завет, он был написан на иврите. И слово, которая относится к этому принципу слова «решит». Нам написано «берешит», «барада», в начале дела творения. Принцип на иврите, это слово называется «решит». «Решит», переводя его с иврита на наш язык, он относится к времени и месту. Да, время и место. Когда Эйнштейн ввел еще одну меру. У Ньютона была высота, ширина и глубина, да? И они превращаются в место, да, такое. И в конце первого века Эйнштейн говорит, что была еще одна мера – это время. Ширина, высота, глубина, еще и время. Поэтому четыре меры. Поэтому вопрос был задан, да, пространство и время, простите. Итак, в четырехмерном мире, где есть пространство и время, ширина, глубина и высота, и время. Здесь вот был разговор Иисуса с Никодимом, потому что Никодим понимал четырехмерный мир. У него не было другого понимания. В понимании его четырехмерном, это религия, которая у него была, которую он проповедовал, которую он учил. И текст говорит, они упомянули, он был учитель Израиля. Он был религиозным наставником, он наставлял, учил его религии людей в Израиле. Он знал много Библии, у него была докторская степень, да? Он был учитель закона. Иисус говорит, ты наставник из Израиля, дорогой профессор. Ты такие вещи сказал, да, что ты там меня пытался мне комплименты выделить, да? Но я тебе скажу следующее, профессор Никодим, тебе нужно родиться свыше. А здесь вот началась проблема, он не понял. Существует еще одна мера, еще одно измерение, который привнес Иисус и добавил для нашего понимания. Это пятая мера. Он добавил еще одну меру. И эта мера, она в другом проекте, в другом принципе. Это принцип искупления. Итак, эта мера, она не здесь, на земле, где ширина, глубина, высота и время.
это не мера разума или науки. Они необходимы, разум необходим, наука необходима, нет проблем в этом. Человек в своем разуме, да, в своих размышлениях, мышлении, общаться, это все разум. Все чувства человеческие, они направлены на этот проект творения, на дело творения. Это решит. И другое время мы находим, в другое мера. Иоанна, 1 глава, в 1 стихе, да, написано. В начале, уже другое начало. В начале сотворил Бог. Помните, там был решит, бытие, 1 стих. Да, у этого начала будет конец. У этого принципа будет конец, как у человека. Есть начало, есть конец. А здесь другое начало. Это уже не начало дела творения, это начало дела искупления. Этот принцип уже на греческом языке, слово, которое говорит в начале здесь, это архе. В начале было. Теперь он говорит о прошлом каком-то, да? Об Иисусе, что было, не начало быть, а что уже было, что существовало. Работа, которая не имеет ни начала, ни конца. Это дело искупления. Итак, в начале уже было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог. Итак, это слово Божье. Теперь мы можем понять, что в этом принципе Иисус, он отмечен, там нет времени существования, у него нет ни начала, ни конца, потому что он прежде всего. Итак, в этом случае здесь указана вечность. Итак, вечность, она в пятом мере, в пятом измерении. Итак, вопрос, который был задан, разговор, который был, да, между Иисусом и Никодимом, он резюмируется в одном стихе, в одном маленьком стихе. «Никодим, тебе нужно родиться от воды и духа». Что он этим пытался сказать? Что тебе, во-первых, нужно возродиться от своих грехов, принять Спасителя, принять спасение. Это очищение, это крещение. И от Духа, относящегося к вечности. Во-первых, от воды, относящегося к делу творения. И второе, относящееся к делу искупления, то, что исходит свыше вниз, рождение свыше, да? Кто знает историю Давида, знает, что в последние дни свои он болел, и женщина одна его посетила его, и спросил его, мог ли он сказать что-то о деле творения, о бытии. Он говорит, послушай, во-первых, я бы хотел поговорить о спасении. Он читал книгу евреев. А Дарвин, он говорит, не Давид, а Дарвин. К Дарвину посетила перед смертью женщина одна. Он читал в Евреев 11 глава 3 стих написано, что о творении, что верой мы понимаем, что миры были сотворены, что невидимое сотворило видимое, да? И Дарвин говорит, я был молодым человеком, у меня были несформированные идеи, как у Никодима. И я не знал, да, я ставил все под вопрос, я не знал, что из этого сделают религию, из моих несформированных идей. Я очень печален, что люди сделали из моих несформированных идей религию. Наука – это наука, а религия и вера – это другие вещи. Существует вера и существует наука. Наука – это дело творения, вера – это дело искупления.
то, что Никодиму нужно было там, это войти в пятую меру. Поэтому Иисус говорит, Никодим, ты можешь войти в пятую меру, но тебе для этого нужно родиться свыше. Ты, профессор, ты учишь религии и даже не знаешь, кто пойдет на небо, а кто не пойдет. Ты, может, даже не веришь, да, в это. Зачем религия, если ты не знаешь, куда ты пойдешь в конце? Какова будет у тебя вечная жизнь? Итак, возлюбленные, я буду заканчивать здесь, да, этим словом. Я хочу напомнить вам, что все то, что сегодня повторяется, да, это необходимо, потому что наши гости, некоторые в первый раз к нам подключились, через наши социальные сети, да, через YouTube, Instagram, через Facebook, через те ресурсы, которые нам доступны, они слушают нас. И для них есть послание, есть возможность. И я хочу задать вопрос. Ты в четвертом измерении или ты уже в пятом? Если ты в четвертом измерении, там все нормально, у тебя есть разум, есть начало, есть конца, но Господь Бог хочет привести тебя в пятую меру через откровение, Дух Святой в твоей жизни, который исходит из другого мира, не в этом мире. Итак, Слово Божье говорит очень ясно об этом, что Дух Святой, Он приносит веру, и она не от вас, чтобы никто не хвалился, не от дела творения, это дар Божий, не по делам, да, чтобы вы хвалиться могли, что ты там, не потому что у тебя есть деньги, или у тебя есть образование, или знали, или ты много читаешь, или хорошо знаешь Библию, нет, оно приходит от Духа Святого, посредством Духа Святого, и слово для вас всех, родиться свыше, это новая жизнь, то, что учитывается в вопросах, когда мы изучаем о вере, о вечной жизни, о спасении, и мы пытаемся донести это все для всех вас. Это наше слово, я хотел очень, возможно, воспользоваться этим в этом конце, поблагодарить участие наших братьев и сестер в изучении, которое было сделано при пресвитерии в отношении. Люди умножили в 3 раза больше номера, которые мы ожидали. И чтобы уже хорошо напомнить, 3 штата, Мату Гросу, Амазонка и Хорайма, нужно еще дополнить. Там, конечно же, меньшая группа в этих штатах, самых удаленных, но важно, чтобы вы заполнили наш опрос, чтобы мы знали, куда мы достигаем, где люди подключаются. Еще одна просьба от пресвитериального комитета. У нас проходит богослужение каждый день. Есть программа пресвитерий для всех церквей. Некоторые пастора скучают по овечкам, заботятся, звонят, проводят собрания. Но мы хотим напомнить, когда проводится собрание в 6 часов, чтобы закончить в 6:30, они хотят сказать, закончились, они уже больше не будут участвовать в 8 часов трансляции. Проблема не в этом, что они не приглашают посетителей, у них нет времени, закончила собрание с пасторами, он пойдет поужинать, еще чем-то другим занимается и считает, что он сделал все, что нужно, а на самом деле осталась проповедь, которая не достигла, которую можно евангелизировать. Если у тебя нет времени передать линк, потому что богослужение в твоей церкви закончилось, ты там уделял внимание, некоторые проводят ночи, день. У нас есть богослужение молитвенное в 6 утра, радио включено. В четверг у нас все одновременно молятся, с возложением рук за них молятся. В пятницу это богослужение семейное. Итак, мы просто призываем вас, пастора, братья и сестры, которые ведомы на эти собрания, некоторые даже административные группы ходатай, мы сделаем доступное время для вас, начиная
со следующего воскресенья в 3 часа, когда пастор может собираться, может проповедовать, может иметь отношения. Это очень хорошие отношения. Но чтобы не было никакого ущерба, чтобы у людей было время. И так есть, аккумулировались проповеди уже, да, предупреждающие. И, а люди пытаются проповедовать сами, без секвенции пророческой, подготовляющей, да. Есть разные пастора, проповедуют различные проповеди, и мы хотим вести другие проповеди. И мы не знаем, до какой степени, да. Мы будем по домам у нас храниться, да? Позаботьтесь о себе, осторожно с этой болезнью. Мы всегда переживаем, следим за тем, что правительство говорит, объявления какие-то даются, да, руководство. Если может, находить дома. Если нет, если кому-то нужно работать, то действительно надо работать, потому что если из дома не выйдет, кто домой еду принесет, кто заработает, кто будет сажать, кто будет собирать, кто пойдет в магазин. Врачи ходят в госпиталь. И там еще и медсестры, и те, кто убираются, те, которые водителями работают, все на своем месте. Там нельзя быть экстремистами ни в чем, но, пожалуйста, позаботьтесь о себе, будьте осторожны, постоянно мойте руки, используйте маску, не доверяйтесь просто людям, потому что вы любите их, или человек вам нравится, да, чтобы вам не случилось проблем. Давайте бодрствовать и молиться. Если вы не будете бодрствовать, вирус войдет, и он ужасный. У меня есть хорошие новости в моем здании. Братья, которые были исцелены, они рады весьма. Для нас большая радость. И не забывайте о программах телевизионных. Если вы не хотите слушать или смотреть, передайте просто линк соседям вашим. Это замечательные программы. Мы со всех сторон нам комплименты присылают. Люди, которые знают, что разбираются в вас, вот такие вещи говорят. Говорят, программа очень хорошо сделана и с технической стороны. Поэтому молитесь, чтобы Господь благословил за тех, которые проповедуют. Я тоже вот здесь сегодня. Никто не думайте, что враг доволен, да? Никто не доволен. Ты говоришь истину, и он уже что-то пытается как-то тебя поразить, разрушить, он хочет остановить. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Молитесь за пасторов, за нас молитесь, за родственников, за соседей, за врачей молитесь. Молитесь, непрестанно молитесь. За правительство молитесь, да, за все органы власти молитесь. И это наше слово к вам, возлюбленные. И я особенно хочу привет передать Исааку и других моих друзей, которые прислали фотографии, потому что не все мы смогли показать. Когда все это закончится, я церковь вместе с ними организую отдельно, с детьми. Теперь пастор Жилсон. Мир Божий вам, возлюбленные. Сейчас мы перейдем к нашим вопросам этой воскресной библейской школе в отношении вопроса, который был задан последнюю воскресную библейскую школу в отношении веры. Как результат участия церквей, и как уже было упомянуто пастором Жидовти, мы представим вам, возлюбленные, темы, да, ответы на те вопросы, которые были заданы. И вопрос, который был задан для этой воскресной библейской школы, выделите историческую и пророческую ценность вопросов упомянутых ниже, которые были рассмотрены в предыдущих библейских воскресных школах, делая ударение на
библейскую доктрину. Буква А. Вера без помех. Б. Вера и жизнь. И С. Вера – это потерянное звено. И сейчас у нас для ответа на этот вопрос у нас будет участие группы молодежи, наших братьев и сестер, в отношении первой части ответа. Вера без помех. Буква А. Этот ответ будет дан на английском языке нашей молодежи из церкви Орландо, Флорида, где пастор Рамон де Паула. Даниэл Араужу будет говорить об исторической ценности, и Габриэла о духовной ценности. Основываясь на тексте Исаии 38:1, говорит, что в те дни Езекия заболел смертельно, да? И пророк Исаия пришел и сказал ему, вот что говорит Господь, приготовь дом твой, ибо ты умрешь, не выздоровеешь. Мы видим, что в историческом аспекте Иезекия обнаружил истинную ценность, смирясь и повернувшись стеною к миру и в слезах искал лицо Божье. И тогда из-за того, что Исаия сказал, в отношении пророческого аспекта этого вопроса мы видим, что в тем же самом тексте, упомянутом пророку, он доносит послание от Господа и говорит, что единственный выход для него был – это дело искупления, откуда приходит вера. Вера не имеет отношения к делу творения, а вера как твердое основание, которое соединяет нас с вечностью. А приходит от Творца жизни. Итак, в отношении доктрины, да, мы понимаем, что существует как бы смертный приговор для всех, от которого невозможно избежать. Но когда человек обращается к Богу, Богу всемогущему, он приносит, дает нам понимать, что истинная жизнь во Христе Иисусе, во Христе жизнь бесконечная. Я пришел, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. И мы научаемся, что вера – это дар Божий. И так они дали ответ, это их участие. И мы хотим привлечь ваше внимание к этому аспекту, что такое вера без помех, ее историческая ценность, когда Господь посылает послание царю Езекии, говоря, приведи в порядок дом твой, ибо ты умрешь и не будешь жить. Итак, царь, он повернулся к стене и помолился к Богу. Пророческий аспект, он в том факте, что смерть духовная, она провоцирована беспорядком, привнесенным грехом в жизнь человека. Но Бог милостью своей, он дает возможность людям. У мира свои шумы, и нужно, чтобы мы повернулись спиною к миру и обратились полностью к ресурсу благодати Божьей. Аспект библейский, доктринальный, включенный в этот момент, что спасение, оно только в Иисусе. Он единственный, кто был послан Отцом, чтобы избавить нас от греха и от осуждения. Итак, у нас есть некоторые участия братьев и сестер, которые прислали свои ответы, даже из церквей, из-за рубежа, из Лимы, из Фремингема, Соединенных Штатов, Лима – это Перу, Фремингем – это Соединенные Штаты, и церковь в Милане. Они тоже прислали свое участие в отношении этого ответа, который мы дали. Сейчас мы выделим ответ В. У нас здесь три, да, ответа на вопросы. Те буква В – вера и вида. На будет отвечено нашей сестрой из Параны, из Лондрины, Лилиан. Она из церкви Оро Бранку, пастора Элио Наката. Сестра Лилия ответит. В Галатам 2:20 написано, «Уже не я живу, но Христос живет во мне, и жизнь, которую живу в теле, я живу верою в Сына Божьего». Существует биологическая жизнь, часть делотворения смертная, но есть и вечная жизнь, она движима верою. Это часть дела искупления, и этой верой мы можем достигать вечности. Вера – это дар Божий, она исходит из вечности,
и она вернется в вечность. Возлюбленные, этот аспект вера и жизнь относится к словам «биос» и «зои», да, на греческом языке. Происхождение человека исторически, да, говоря, это как раз-таки дело творения. Сначала он происходит от праха земного, он живет своей земной жизнью, это биос. Но у него есть и второе происхождение. Это дыхание жизни, которое Бог вдохнул в него. Это пророчески относится к двум происхождениям человека. А происхождение в деле творения и происхождение в деле искупления. Пророчески человек, он происходит также из дела искупления, то, что имеет отношение к спасению, пришедшему из вечности. Рождение свыше – это вечная жизнь, это зои. Итак, доктринальный аспект, включающийся здесь, в том, что мы обращаемся к посланию апостола Павла, когда он говорит Галатам 2:20, да, «Я уже не я живу, но Христос живет во мне». Он говорит о рождении свыше, о новой жизни, о вечной жизни, это зои. Для этого ответа, также буквы «Б», у нас тоже было очень хорошее участие братьев и сестер из церкви Порту, Португалии, группа сестер из церкви Милана, из Рима. И братья, одна сестра из Рима написала: «Человек в своем естественном разборе через науку не в состоянии понять, что такое вечность. Но вечная жизнь зои он понимает через веру, которая исходит из вечности, потому что это дар Божий». Это то участие, которое из Рима, да, было. И теперь последняя часть, буковка «С». Вера – это потерянное звено. Да. И для этого ответа у нас будет участие сестры из нашей группы молодежи, из нашей церкви, из Японии. Сестра Ларисы Юкари Ширази. Она ответит на японском и будет рядом перевод на португальском. Это наша сестра, она часть церкви в Японии, за которую отвечает пастор Давид Вьера. Соединенных Штатов. Давайте посмотрим на японский ответ. Вера – это потерянное звено. Человек в саду Эдемском поверил в ложь и совершил грех неповиновения. Иисус в жертве на кресте, в послушании Отцу, восстанавливает потерянное звено. Римлянам 5:19. Да. И там написано, потому что как непослушанием одного человека многие стали грешниками, так послушанием одного многие будут оправданы, станут праведными. Вера устанавливает это звено, соединяя человека с Богом. Вера, она исходит от Бога. В Ефесянам 2:8 написано: «Потому что благодатью вы спасены через веру, сие не от вас, дар Божий». Спасение – это для послушания. Потерянное звено, оно только может быть найдено посредством действия Святого Духа. Очень хороший ответ, очень хорошо она ответила, и мы хотим просто напомнить вам некоторое участие, которое у нас было в этих ответах из Аргентины, из церкви Сан-Кристован, пастор Даниэль Оливейра. Говоря о том моменте, когда человек согрешил и потерял свое общение с Богом. Но это потерянное звено, это сломанное звено, восстановлено Господом Иисусом через план искупления для жизни человека. Церковь та же из Панамы, пастор Висенче Кастильо, он написал свое участие. Церковь в Мадриде, пастор Маркус, он прислал свое участие. И поэтому, возлюбленные, мы здесь будем заканчивать эту часть воскресной библейской школы и перейдем к той части, которую пастор Жидовти упомянул, для наших детей, средней группы подростков. И сейчас мы с вами приглашаем их, чтобы они могли
получить молитву, потому что мы сейчас будет с ними взаимодействие, а также занятие, которое будет дано для них в заключение этой воскресной библейской школы. И поэтому мы хотим помолиться за всех наших детей и просим, чтобы вы по домам могли встать на коленки пред Господом, чтобы мы помолились за вас возложением рук. Помолимся Господу. Господь и Бог наш, Отче, мы молимся к Тебе и просим о благословении на Твоих слуг, на каждого ребенка, каждого среднюю группу, на каждого подростка, каждого младенца из класса от 0 до 3 лет, чтобы Ты мог прострить десницу Твою и благословить и те изучения, которые у них сейчас будут, те занятия сразу после этого, чтобы рука Твоя была на них, чтобы они были благословлены. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Слава Господу. Я хочу поприветствовать каждого ребенка, подростка, миром Господа Иисуса. Я хочу пригласить тебя. Давайте мы погремушками споем «Иисус, победа наша». И мы споем на первый и в третий такт. И после этого, после первый, второй, третий и четвертый такт. Но прежде чем мы начнем петь, у меня есть новости. На следующей неделе у нас будет занятие на блок-флейточки. Если у тебя есть блок-флейточка, приготовь ее на следующее занятие. Давайте прославим Господа с радостью. Иисус, победа наша. Он ведет нас в славу свою, хранит нас от всякого греха. Иисус, наш величайший друг, я счастлив, потому что я познал Иисуса, и сегодня я хожу во свете Его. В вечности с Иисусом я буду жить, и вместе с ангелами я всегда буду поклоняться. Да живет царь, 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 да живет царь Иисус, да живет царь Иисус. Мы приветствуем всех детей и подростков миром Господа Иисуса. Наше занятие сегодня называется «Вера», и мы с вами будем изучать опыт Гедеона на этом занятии. Я приглашаю вас. Давайте вместе зачитаем стих из Судей, 6 главе. «Явился ему ангел Господень и говорит: Господь с тобою, муж сильный». Судей 6.12. Слово Божье рассказывает, что народ израильский жил в больших трудностях. Из-за греха они попали под иго мадианитян, и уже 7 лет они находились под этим игом. Мадианитяне приходили и отнимали все продукты у них, все питание, которое они производили. Они забирали и оставляли Израиль в большой тесноте. Они уже не выдерживали этой ситуации. Они начали молиться к Богу, взывать, прося, чтобы Бог дал им избавление от этих трудностей. И в это время Господь услышал мольбу народа и позвал Гедеона для того, чтобы он повел народ в этой битве против мадианитян. Гедеон знал, что он находился пред большим вызовом. Нелегко победить то войско, но Гедеон верою поверил, что он победит, потому что Господь был с ним. В этот момент он собирает народ и рассказывает народу руководство от Господа. И многие, да, они вышли волонтерами на эту битву, но Господь говорит Гедеону: слишком много народу, только 300 человек пойдет вместе с ним на битву. И
Господь сказал более того, что ни один из них не возьмет свое собой оружие, но в руках у них будет сосуд из глины с факелом внутри горящим и трубою. Это были те средства, которые они возьмут на битву. И в этот момент Гедеон наставил народ, и они приготовились. Потому что руководство от Господа было, что когда Гедеон подаст сигнал, они разобьют сосуды, подымут факелы в другой руке, начнут трубить трубу и начнут кричать. Меч Господа и Гедеона. В этот момент произошло чудо. Мадианитяне начали биться друг с другом во тьме, и само себя уничтожило все это войско. Ни Гедеон, ни воины, им нужно было биться, только Господь бился за них. Слава Ему за это. И теперь Господь хочет нас научить чему-то очень важному. Гедеон победил в той битве, потому что он был послушен проекту Божьему, Божьему плану. И потому что у него была вера. Гедеон, он считается героем веры. Но не потому, что он был какой-то чрезвычайный человек, но потому что вера родила в сердце Гедеона способность исполнить работу, замечательную работу веры и работу послушания в руках Господня. И это было непросто. Ситуация была непростая. Та битва по-человечески была невозможная. И мы переживаем тоже, для нас они невозможны, чтобы в них победить. Но для того, чтобы нам получить победу, нам нужно получить веру, которая исходит из вечности. И она исходит из времени Божьего, проходит через время человека и возвращается в вечность. Это истинная вера, потому что человек не в состоянии родить в своем сердце веру. Но вера, которая рождается в сердце человеческом, дает способность верить и послушаться, и ожидать с терпением Господа. Вера – это связующее звено между Богом и человеками. Да благословит нас Господь этим словом, да Господь преобразит нашу жизнь и поможет нам иметь эту веру, чтобы мы могли верить каждый день все больше и больше, что все, что невозможно для человека, возможно Богу. Достаточно нам верить в силу Господню, и Он совершит свое благословение. Всем вам мир Господа Иисуса. Все могу я в том, кто укрепляет меня. Я могу все в том, кто укрепляет меня. Летать, как орел, пересекать горы и долины. Летать, как орел, пересекать горы и долины. Я все могу в том, кто укрепляет меня. Я все могу в том, кто укрепляет меня. Я побеждаю гигантов, я побегаю львов и волков этого мира. Я побеждаю гигантов, львов и волков этого мира. Я все могу в том, кто укрепляет меня. Я могу все в укрепляющем меня. Я верю в Бога, который живет и царствует. Я верю в Бога, который побеждает за меня. Я верю в Бога, который живет и царствует. Я верю в Бога, который побеждает за меня. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
Да будет прославлено имя Господне. Это слово для детей говорит также и к нам, взрослым. Опыт веры Гидеона, послушание голосу Божьему и получить то, что Бог пообещал в этом опыте веры. И прежде чем мы поделимся вопросами на следующей неделе, мы хотели напомнить вам, что мы, начиная с этих выходных, во всех столицах бразильских через общественное телевидение. Несколько телевидений транслируют, провозглашая вечное Евангелие. Вы можете на наши социальные сети пойти и найти информацию, какой канал транслирует нашу программу. И для вас доступна эта информация на сайте Радио Манаим, где упоминаются все города и какой канал там транслируется в вашем городе и время, в которое транслируется в вашем городе. Мы хотели поделиться этим словом и пригласить вас, и чтобы вы могли распространять эту информацию знакомым, соседям, друзьям, чтобы они тоже могли познакомиться с Божьим проектом. И теперь мы перейдем к вопросам на следующую неделю. Вопрос, который будет задан, чтобы вы целую неделю могли изучать его, потому что здесь надо будет углубляться в Слове, читать и понимать то, что Бог говорит. Так, давайте обратимся к вопросу на следующей неделе. Это единственный вопрос, только будет этот вопрос, но он следующий. Читая третью главу «Песни песней» Соломона, в стихах 6 по 10, выделите, в каком стихе мы можем выделить полную доктрину проекта спасения, пророчески представлена в Ветхом Завете. Итак, я повторю вопрос. Читая третью главу «Песни песней» Соломона, стихи 6 по 10, итак, это библейский текст, третья глава, 6 по 10 стих «Песни песней», выделите, в котором стихе из этих, среди вот этих стихов 6 по 10, есть один стих, где мы можем увидеть полную доктрину проекта спасения, пророчески представленная в Ветхом Завете. Вот здесь вот вопрос, он также будет опубликован на наших социальных сетях. Пастора с молодежью, с тружениками, даже сестры могут изучать этот вопрос в течение недели, и на воскресной библейской школе будет также ответы, которые пастор Жилсон принесет об этом вопросе, выделенном здесь. Мы подходим к концу воскресной библейской школы, и мы помолимся в заключении этого богослужения у присутствия Господня. Можете закрыть свои очи для молитвы. Мы поклоняемся и славим Тебя, Боже, за то, что Ты совершаешь в жизнях наших. Мы поклоняемся за наставление, за учение, которые не оставляют нас на самотек в этой жизни, но учат нас идти по правильному пути. Мы можем идти твердыми шагами, ходить, потому что мы знаем, что мы идем во свет, под благословением вечным, который Ты приготовил для всех идущих по этому пути. Мы благодарим Тебя за всех участвующих в этом богослужении. Мы просим, благослови каждого. И имя Твое да будет продолжаться прославляться среди народа Твоего, Твоей верной Церкви. Прими это богослужение. Во имя Твое мы исповедуем благодать чудную Господа Иисуса, любовь Бога Отца и общение Святого Духа Божьего да пребудут со всеми вами, возлюбленные братья и сестры, на всем народе Божьем, сейчас и вовеки. Аминь. Аминь, возлюбленные. В 8 часов у нас будет богослужение вечером на нашем канале на YouTube. Мир Божий всем вам.